Только что кинокоты побывали на премьере «Доктора Стрэнджа». И я хочу сказать, что фильм нам безумно понравился. Экшен, спецэффекты. И, конечно же, Камбербэтч. Но он просто шикарен в этой роли. Не могу представить другого актера на его месте. Ох, все круто. После того, как проходит весь этот щенячий восторг, понимаю, что фильм не такой уж идеальный. Всем привет, с вами Маша Леонова, и это программа «Кинокод». Сегодня мы будем говорить о «Докторе Стрэндже». В киновселенной Марвел появился не только новый герой, а и новая концепция. И если раньше «Мстители» защищали человечество от земных злодеев и от всяких там Читаури, то волшебные силы будут защищать мир от магических угроз. Хочется отметить, что вся эта концепция довольно гармонично вписалась во вселенную кинокомиксов, и совершенно не было ощущения того, что на экране творится полный бред, например, как это было в «Отряде самоубийц». Картина рассказывает нам историю о хирурге, руки которого пострадали в автокатастрофе, и он потерял не только любимую работу, а и смысл жизни. Конечно, сюжет очень простый, в нем нет ничего нового или особенного. Как всегда в фильмах Marvel, есть главный герой, который попадает в сложную ситуацию, после чего он получает суперспособности и побеждает типичного злодея. Но, несмотря на банальный сюжет, фильм просто завораживает визуальными эффектами и экшн-сценами. Особенно круто сделали искажения во времени и путешествия в другие измерения. И художнику-постановщику ну просто огромный плюсик в карму. Вот реально понравилось, это было круто. Такой красивой картинки не было ни в одном фильме от Marvel. Именно поэтому визуальная часть так впечатляет, и даже на недоработки сценария просто не хочется обращать внимания. В режиссерском кресле на этот раз оказался Скотт Дерриксон, известный по ужастикам «Шесть демонов» Эмили Роуз и «Синистер». А главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч, и он определенно справился со своей задачей. Прям как Дауни-младший с ролью Железного Человека, а может даже и лучше. Также заметно сходство характеров Стрэнджа и Шерлока Холмса. Они оба самоуверенные, заносчивые, немного невыносимые, настоящие специалисты в своем деле и тусят в Лондоне. Известно, что Камбербэтча привлекла эта роль из-за ее духовности, так как сам он очень любит медитировать, а чтобы привести себя в нужную форму, он регулярно ходил в зал и занимался с тренером. Единственный серьезный минус в фильме – это становление персонажа Доктора Стрэнджа. В какой-то момент он просто берет, натягивает мантию и становится крутым мастером магии, хотя еще пару минут назад не мог нормально применить свои силы в драке. Ну, как так вообще? А еще фильм политкорректный. Был афроамериканец и азиат, и инвалид, ну, и женщина. Лысая женщина. Актриса Тильда Суинтон тоже отлично справилась со своей ролью древнейшей. Ее необычная внешность в этом фильме оказалась как раз кстати. Внимание, в фильме целых две сцены после титров, так что не спешите уходить из кинотеатра. А еще Marvel порадовала зрителей новой заставочкой, и камео Станли, как всегда, очень забавная. А пока фанаты гадают на тему того, станет ли Доктор Стрэндж новым предводителем Мстителей и заменой Тони Старку. Недавно директор Marvel заявил, что в ближайшее время роль Железного Человека будет исполнять Роберт Дауни-младший. Ну а что будет дальше с киновселенной, создатели пока не решили. В общем, Доктор Стрэндж отлично подходит, если вы просто хотите отдохнуть, наслаждаясь отличным экшеном и забавным уместным юмором. Фильм заслуживает твердую 7 из 10. А на этом все. Пишите в комментарии, что вы думаете о фильме. Ждите новых сюрпризов от Marvel и не забывайте ходить в кино. Да, стой, выключи. Да, я... Все. Ну, это раздражает, ну не делай так, ну пожалуйста. Не, не хочу, мне так нравится. Нет. Нет. Очень жирный фильм, мне просто вернули мой 2008. Кто видел первого Железного Человека, те поймут. Особенно классные сцены, это с плащом. Это просто, ну... Фильм, который не стоит ждать, пока выйдет там, где вы знаете, где выходят обычно фильмы, а стоит реально пойти в кинотеатр. Берите девушку, маму, папу, родителей, детей.